на полу возле кровати. Батон весь раскрошила. Вот он ей начал хлеб-то запихивать, она подавилась. Когда она руками, то есть перестала махать, вот, и он начал ей, ну, пихал-пихал, она сначала руками пыталась отмахаться, потом у нее руки повисли. Я это когда увидела, выхватила ее и начала хлеб у нее вытаскивать. Все, начала орать, говорю, она не... Он улегся на кровать спать, пьяный. Дальше он ее, ну, я заорала на него, он встал, говорит, да ничего страшного. Я говорю, в смысле, она, говорю, умерла, она не дышит. Ничего страшного. Завернул ее в синее полотенце, положил в сумку.